посадку разрешаю. Отряд К-1 на подходе. Докладывайте. Особняк и арена почти достроены. Разведчики вернулись. Песочный человек от нас ушел. Его уже не достать. Но значит, он не тот. Вас понял. Жду приказов, сэр. Приготовьтесь к завтрашней операции. И не вздумайте меня подвести. Самому уже скучно. Привет, Майлз, ты занят? Я согласен на что угодно. Нужна твоя помощь, дело касается плота. Хорошо, расскажешь по пути. Смотри так на меня, пап. Мне нужен перерыв. Ола, Миха. Как там твое эссе? Ну, пишется. Но прямо сейчас я ухожу. Питу требуется помощь. Мы с ним... Мне лучше не знать подробностей. Не волнуйся, ма. Подожди, Майлз. Ты последние дни поздно приходил домой, задерживался на работе, и я задерживалась. Но я не работала. Да не смотри ты так, ничего не случилось. Просто я сходила на свидание. На несколько. А, ясно. Я тут познакомилась с одним мужчиной, и он мне, ну, понравился. Ма, к чему ты ведешь? Хочу его пригласить. На пастелон. Ну, у меня полно паучьих дел. Я не буду вам мешать. Нет, я хочу вас познакомить, чтобы ты узнал его. Но если тебя эта идея смущает, я не настаиваю. Ма, ты же сказала пастелон. Я скоро. Хорошо, иди. Надо двигаться к плоту. Может, эти трубы помогут мне ускориться? Еще одна! Поймаю восходящий поток! Воу-хо-хоу! А у меня получается! Еще один поток! Надо заценить пейзаж! Люблю ветреную погоду! Майлз, я на подходе к плоту. Ты придешь? Ну, конечно! Кого мы опекаем? Вчера МЖ узнала, что Скорпиона переводят в Рейвенкрофт. В плоте всех бросили на охрану песочного человека. Скорпион точно закатит истерику! Иду туда! О! Это еще один кристалл памяти Марко. Надо с ним разобраться.
Привет. Рад, что ты пришел. Я как раз вовремя. Шевелись, Гарган! Давайте следующего. Следующего? Я думал, речь пойдет только о Скорпионе. Мартин Ли. Ничего. Все нормально. Рановато для салютов. Погнали. Следите за заключенными! Я налево! Защищайте корабль! Занять позиции! Надо было размяться. Я повешу на стенку твою голову. О, какие острые лезвия. Вы новенькие, да? Привет, я Человек-паук. Если вы не в курсе, это плохие ребята. Таким самое место в тюрьме. Не лезь под руку! Это тебя не касается. Ладно, тогда водную часть пропустим. Мой клинок в волю напьется крови! Я повешу на стенку твою голову! О, какие острые лезвия! Вы новенькие, да? Привет, я Человек-паук. Если вы не в курсе, это плохие ребята. Таким самое место в тюрьме. Не лезь под руку! Это тебя не касается! Ладно, тогда водную часть пропустим. У кого кровь, тот смертен. Человек-паук! Кто это такие? Я надеялся, вы знаете. Мы тебя прикроем, не пускай на корабль. Нейтрализуйте защиту! Иначе им прорваться! Разберитесь с охраной и выломайте двери! Они хотят проникнуть в трюм! Их цель — Скорпион и Ли! Надо им помешать! Зачем они вам вообще нужны? По-моему, напарников у вас и так хоть отбавляй! Ты увидишь, и это будет великолепно! Почему-то звучит зловеще! Они против! Это
просто человек. Страдайте! Прикройте паука! Соберитесь! Не пускайте их к заключенным! Уходи оттуда! Добыча внутри! Им определенно нужен скорпион! Нельзя дать им прорваться! Верните его на землю! Что теперь? Надо освободить корабль. Выбраться. По пути ищу гражданских. Все плохо. Что там вообще случилось? Охрана успела выбраться? Алло? Нет сигнала. Надо спешить. Ого! Обстановка накаляется. Эй, есть здесь кто-нибудь? Скорпион вырвался! И запер меня здесь! Скорпион сбежал? Надо сказать Человеку-пауку. Я вытащу вас!
электроснабжение. Звучит перспективно. Пит нашел Скорпиона. Эти ребята не представляют, кого они выпустили. Здесь, здесь! Честно! Здесь должен быть аварийный генератор. Супер! Вода поднимается. Тем же путем не вернуться. Напряжение здесь очень высокое. Даже я чувствую. Что же будет с этим охранником? Такого удара током он поджарится. Отойдите подальше от воды, слышите? Нужно поглотить лишнюю энергию. Спасибо. Но я тебя спас. Да что ты? Не может быть. Нет. Не взаправду. Видим Скорпиона. Супергерои? Нет. Просто я тот, кто не сдается. Сдавайся. Нельзя. Что?
летит. Нет! Нет, Ли! Ли! Тебе не уйти! Что это? Моя биосила! Я ее едва контролирую! Человек-паук! Ли у них! Скорпион тоже! Я их преследую! Майлз! Возьмешь на себя, Ли! Я могу вернуться, если... Нет! Не надо! Я справлюсь! Ты уверен? Я не подпущу его своим близким! Я помню, что он сделал с отцом! Я обязан их защитить! Это мой долг! Твоим близким ничто не угрожает! Ничто! Ты справишься! Я скоро буду! Я справлюсь! Смотри клинками! Это все. Человек-паук, все было плохо, а теперь еще и река горит. Сейчас буду. Скорпионом займемся потом. Давай! Давай! Не заводится! Я вас спасу! Держитесь за что-нибудь! Yeah!
остановить винт! Я не смогу его замотать, пока они меня дубасят! Стреляйте! Режьте паутину! Попался! Сколько раз мне вам повторять? Ли останется здесь! Осторожней! Цель обнаружена! Чего лишил меня. Хорошо, хоть спасатели уже здесь. Полиция пока ищет, но их и след прошел. А у тебя что? Одни обломки! Что это были за люди? Не знаю, но техника у них навороченная. А теперь плюс к этому. У них Скорпион и Ли. Слушай, каков бы ни был их план, мы их найдем и остановим. Да. Пит, когда я увидел Ли на корабле, мои способности, они... Думаешь, его энергия перемешалась с твоей? Даже не знаю. Это как вспышки. Ну... Твоя новая суперсила сегодня всех выручила. Слушай. Мы вернем Ли за решетку. Обещаю. Давай, я же жду. Я не в настроении. А я его и поднимаю. Ну... Ну ты даешь. Держись, Майлз. Thank you.
Привет, Майлз. Я уже так привык к твоему автоответчику. Я скинул тебе метку. Можешь заскочить? Дядя Аарон. Что, некогда навестить родню? Нет, хотел дать тебе время после того, как ты вышел. Ждать не надо. И потом нам надо кое-что обсудить. Правда? До встречи, Майлз. Просто встреться с ним и все, Майлз. А потом сосредоточимся на Ли и Скорпионе. Есть ощущение, что они что-то задумали.